В компании «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз» провели день открытых дверей. Более 20 школьников посетили месторождение, узнали, как бурятся скважины и прошли игровой квест. Компания «Газпромнефть» входит в топ-3 рейтинга лучших работодателей страны. И это не случайно. Высокие технологии, современные офисы, забота о сотрудниках, строгая система охраны труда и достойные заработные платы. Всевозможные внутрикорпоративные программы направлены не только на развитие компетенций работников, но и на поддержание здорового климата в их семьях. Один из инструментов – дни открытых дверей, на которых дети имеют возможность лучше узнать специфику профессии родителей. Как бурят скважины и управляют ими на расстоянии, для чего в офисах нужны конференц-залы, переговорные и комнаты отдыха, как организована работа на месторождениях и для чего нужна спецодежда. Обо всем этом узнали более 20 детей сотрудников предприятия на экскурсии. Чтобы труба доходила у нас проще, спускаться, вот, применяются такие стеклянные шарики. Руку давайте. Да, похоже на сахар, так. На самом деле маленькие стеклянные шарики. Особый интерес вызвал у детей Центр управления добычей, где виртуальные месторождения напоминают видеоигры. Все, что здесь вот вы видели, это очень сильно похоже на те игры, в которые, может быть, кто-то из вас играет, да? С одной лишь только разницей в том, что вы управляете настоящим ресурсом, и выполняете настоящие задания, которые приводят потом к тому, что вы получаете за это какой-то доход. Одной визуализацией скважин экскурсия не ограничилась. Ребят отвезли на западно-сутарминское месторождение, где они своими глазами увидели, как добывают черное золото. Я вам так вот просто объясняю наглядно. По вот этой трубе идет сепаратор, где частично у нас отделяется газ, и значит идет вот через счетчик учета тора, мы замеряем, сколько жидкости у нас данная скважина замеряет. Классно то, что после всех кабинетов, в которых мы побывали, мы приехали на место рождения, увидели, как добывают нефть, нам подробно рассказали, откуда она берется. Я хочу стать нефтяником, здесь очень интересно, но надо очень сильно учиться и трудиться. Я хотел побывать на работе, но у папы, но я там никогда не был. Я сегодня первый раз там был. Мне понравилось очень. Там технологии, там компьютеры, есть всякие экраны, к которым можно подключаться. Мне очень понравилось. Проверить, насколько ребята хорошо усвоили полученную информацию, помогла квест-игра, которую провели в сквере имени Фармана Салманова. 5 станций, 6 разнообразных заданий, среди которых собрать собственный трубопровод и отгадать, при изготовлении каких товаров используется нефть. В офисном здании и на производственных объектах они получили информацию более таким техническим языком сказано. На квесте они узнали о профессии нефтяника в игровой форме. Сотрудники компании «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз» считают, что ранняя профориентация очень важна для школьников. И подобные мероприятия позволяют детям примерить на себя профессию родителей и понять, насколько она им подходит. Цель этих мероприятий в первую очередь была доступна и просто объяснить детям, чем занимаются их родители на работе. В такой некой простой форме. Все это делается в рамках программы «Семейное благополучие». Дни открытых дверей проводятся в компании «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаз на регулярной основе при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Мария Кузнецова, Владислав Дроботов, новости Муравленко.